Уважаемый Карим Кажимханович, уважаемые коллеги, согласно разработанным агентством формам, завершено формирование и уже ведутся работы акиматами по выполнению объемов работ по подготовке котельных, инженерных сетей и объектов. Так, по предоставленным данным, акиматами планируется подготовить 3901 котельных, провести ремонт 739 километров теплотрасс, 1983 километра сетей водоснабжения и водоотведения и 19693 километра электросетей. Также планируется подготовить 10044 объектов образования, 6844 здравоохранения, 3534 социальных объектов и 37570 жилых домов. Акиматами формируются годовые и месячные потребности в топливе в целях бесперебойного прохождения отопительного сезона на 2011-2012 годов. Из республиканского бюджета выделено акимату Костанайской области 966,4 миллиона тенге на покрытие разницы в цене природного газа. Аналогичные заявки поступили от акимата Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей и города Алматы. Акиматами продолжается работа по снижению задолженности за коммунальные услуги. По состоянию на 30 мая текущего года задолженность составляет 8 миллиардов 323 миллиона тенге. За прошедший месяц задолженность снижена на 421 миллион тенге. В соответствии с поручением главы государства, данным на расширенном заседании правительства, всем регионам направлены предложения о дополнительных системных мерах по снижению задолженности и о необходимости продолжения работы по взысканию задолженности через суды. Акиматам регионов рекомендовано использовать опыт Жамбылской области по снижению задолженности. Кроме работы с судебными органами, этим акиматам ведутся следующие работы. Это улучшение кассового обслуживания, заключение соглашений об уплате долга в рассрочку, проведение акций по списанию пени, телефонный обзвон абоненту. По договору с Казахтелекомом проводится 2-3 раза в месяц с 19 до 22 часов с охватом порядка 7 тысяч абонентов. И работа с должниками по месту работы. Положительный эффект этого: по результатам данных мероприятий в 2010 году должниками за коммунальные услуги было оплачено 111,2 миллиона тенге. С начала текущего года уже 59,7 миллионов тенге. Также в соответствии с вашим поручением при агентстве создан координационный штаб по подготовке объектов к прохождению отопительного сезона на 2011-2012 годов. Координационным штабом будет осуществляться выезды в регионы в целях качественной подготовки к объектам. Мониторинг хода подготовки к предстоящему отопительному периоду и динамики снижения задолженности потребителя агентством проводится еженедельно. И также совместно с Министерством индустрии и торговли 2 раза в неделю мы проводим селектор.